на тюльпане скол, спиннинг кетчуп. Здесь не знаю, видно или нет. Видно. Потом брак еще обнаружен вот здесь. То есть здесь слазит лак, покраска. Не лак, а покраска. Она просто отшелушивается. И вот здесь вот такие какие-то интересные витки. На других спиннингах у нас такого не было. Дальше на колечке вот на этом тоже, значит, непонятно, не то залито вот здесь, не то это, ну это вроде не скол, но как-то или залито, или бог его знает, непонятно что. Короче, это вторые партии, да, спиннинга. Теперь с этим столкнулись и мы. Он попал к нам в руку. Также вот здесь, значит, просто сделано, скажем, некачественно. Клей это выступает, лак. Лак, скорее всего. Но все это неприятно. Если бы, конечно, вот такие косяки спиннинга я бы увидел раньше, когда спиннинг я только, ну скажем, рекомендовал, когда снимал обзор, то я бы, конечно, после таких косяков никому не рекомендовал его покупать. Но у меня до этого были все спиннинги в идеальном качестве, все отлично было, и таких проблем я не наблюдал. Мне писали люди, конечно, что испытывают какие-то проблемы со спиннингами, то есть там у них вставки, кольца вылетали, что-то еще было. Но вот это у меня первый спиннинг. И этот спиннинг реально тоже из второй партии. Вот, мне попался тоже бракованный спиннинг. Ну и теперь, ребята, могу сказать, что, конечно, такие спиннинги опасно покупать. В очередной раз мы убедились в том, что на самом деле дешевый спиннинг не всегда, в принципе, получается и надежный спиннинг. Вот. И этому сейчас вот как раз доказательство. Поэтому, покупая дешевый спиннинг, конечно, сразу обращайте внимание на все какие-то нюансы. Проверяйте колечки, проверяйте качество сборки. Все надо проверять. Спиннинг, по сути, в принципе, испытание на воде проходил. И, в принципе, мы этим спиннингом были довольны. Но вот сейчас уже, допустим, люди, которые будут покупать, могут, конечно, говорить: ребята, вы что там, чего вы там, допустим, впариваете, о чем вы говорите. На самом деле, я говорю, вот у нас были спиннинги нормального качества. Сейчас из второй партии спиннинги уже пошли плохого качества. И еще раз говорю, проверяйте, если дешевый спиннинг вы покупаете, то проверяйте качество сборки, качество этого спиннинга.